Члены правительства Орловской области принимают участие в 10-м петербургском партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург. Регионы России и зарубежья», который продлится до 17 марта. Как сообщают в пресс-службе правительства, цитата, «Во вторник орловская делегация ознакомилась с работой питерского бизнес-инкубатора. Также в рамках партнериата будет подписано соглашение между правительством Санкт-Петербурга и правительством Орловской области, направленное на дальнейшее укрепление торговой экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, запланировано открытие центра экспорта, призванного вывести на новый уровень господдержку экспортно-ориентированных предприятий северной столицы. Конец цитаты.